Поликлиника начинается с регистратуры. После полугода работ завершился ремонт входной группы поликлиники городской клинической больницы номер 5. Он прошел в рамках региональной программы «Безбарьерная среда». На все про все ушло более 8 миллионов рублей. У входа установлен новый пандус, прямо перед дверью кнопка вызова и тактильная плитка для слабовидящих. Пациент подъезжает до кнопки, если он в силу каких-то причин не может попасть в поликлинику, значит, выходит медицинский работник, который его сразу берет под свою курацию и занимается с ним до того момента, пока он не попадет в кабинет на каком-то этаже. За счет пристройки к главному входу гардероб переехал. Он стал больше, плюс освободилось место для мини-зала ожидания. Теперь пациенты не стоят в очереди, а сидят на стульях, ждут, когда их позовут к окну регистратуры по номеру талона. Вице-губернатор Владимирской области Михаил Колков на себе испытал работу электронной очереди и попытался записаться к окулисту. Дайте 10-40. Ваш полис. Да. Полис у вас есть? Вот, полиса сейчас, понятно, нет с собой. То есть в случае, если с собой нет полиса, то выписывается вот такой талончик. Безбарьерная среда – путь к проекту «Бережливая поликлиника». Работник регистратуры и пациент общаются лично, а не через окошечко. Все это должно снизить напряжение без того переживающего за свое здоровье человека и сократить время стояния в очередях минимум до 7 минут. Директор департамента здравоохранения Александр Кирюхин надеется, что в ближайшие 2 года все медицинские учреждения региона станут работать по этому принципу. Как будем делать? Да, будем ходить с секундомером, будем проверять, будем смотреть, будем отрабатывать все моменты. Но для этого сначала построили всю эту логистику. Дальше там есть люди, их будем обучать всех. Уже сейчас учреждение готово принимать маломобильные группы граждан. Сенсорный информационный стенд приспособлен для инвалидов-колясочников и незрячих. Пациенты новаторству рады. Чисто, красиво, удобно и, главное, быстро. Ирина Липатова пришла записаться на прием к врачу и не узнала поликлинику. Площадь большая стала, очередей поменьше. Была очень большая очередь и в раздевалку, и в регистратуру. А сейчас очень оборудование удобное. То есть можно отдохнуть, можно и на полочке поставить сумочки. Все очень удобно. Замечательно. Все электроника, быстро, без очередей, народ не толпится. Взяла талончик, посидела и сразу вызвали. По словам вице-губернатора Михаила Колкова, в первую очередь переоснащаться будут медучреждения с максимальным размером приписного населения. Больница номер 5 работает более чем с 8-10 тысячами жителей города. Постепенно проект «Бережливая поликлиника» будет внедряться и в моногородах Владимирской области. Екатерина Зинурова, Дмитрий Шаталов, Губерния 33.